вы не можете проснуться и не сделать какой-то деятельности. Вот у вас есть у всех динамический стереотип проснуться и посмотреть в телефон. Это динамический стереотип. Да? Вы что, сознательно? Что же там? Так, проснулся. Какие мои действия? Значит, я должен проверить, что за этой ночью мне написали. Кто вам ночью мог написать? Что они? Вот. Нет, вы хватаете телефон, у вас там начинается как зверюшка, и вы с ними это, значит, разговариваете, все, все пойдет. Убери у вас этот телефон, у вас что будет? Ломка, да? Почему? Потому что у вас есть динамический стереотип, который, когда вы не выполняете, активизирует ядра тревоги. Это несознательные действия.